этот объект, это театральное здание. И запроектировать, в общем-то, театр, здесь театральная сцена, театральный зал, плюс еще вот эти вот комплекс кружковых помещений. Поэтому, конечно, запроектировать театр, это, ну, это редкое счастье для архитектора, и мало кто вообще, кому удалось, в общем-то, это сделать. Поэтому я считаю, что мне, в общем-то, повезло тем, что мне удалось запроектировать Дом культуры. Дом культуры Молодечная, идея его возникла в 85-м году. Это было, вы знаете, во времена, так сказать, нашего, так сказать, поступательного движения к коммунизму. Необходимо было помещение областного подчинения для проведения крупных мероприятий, как это называлось тогда, партийно-хозяйственных активов. В Минске строился дворец республики, и для Минской области вот было принято решение построить крупный зал Молодечная. Больше 1000 человек зал мы не могли запрокатить, потому что необходимо было разрешение в Москве. В те времена, значит, размеры сооружений нормировались Госстроем СССР. Значит, поэтому было принято и по расчету, в общем, доказано, что для Молодечной приемлемым будет зал на 950 мест. Значит, плюс еще вот это вот много, ну, в нужном количестве помещений для кружковой работы. В 86-м году этот объект уже стал реальным, то есть был заключен договор на производство проектно-сметной документации. Я был назначен главным архитектором этого объекта. И мы, в общем-то, очень так, ну, старались как можно быстрее, так сказать, проектировать, потому что одновременно, что называется, стройка была с колес. То есть мы делали документацию, разрабатывали конструкторы фундаменты, и тут же начиналось это все строиться, потому что экспертизы проходили поэтапно. Был эскизный проект, был архитектурный проект, и потом был строительный проект. Строительный проект мы завершили в 88-м году, когда уже стройка шла, так сказать, полным ходом. В свое время на этой площадке планировался дворец молодежи. Архитектором Кривошеевым, Шабалиным и Даниловым был запроектирован гостиница. К гостинице примыкал молодежный центр, ресторан, и так, в общем, там целый был такой комплекс общественных сооружений. Из всего этого реализовалась только гостиница. Ресторан должен был располагаться вдоль улицы Толстого, но он не был построен. В итоге гостиница вообще осталась без, скажем так, без пищеблока, там небольшого кафе. В этом определенная уникальность есть комплекса, недостроенность. И когда возникла вот идея делать Дом культуры, то мы уже как бы ну, переосмысливали тот генплан, который был заложен до нас, уже соразмерно, так сказать, нашим представлениям и тем возможностям, которые уже были в середине 80-х. Значит, мы переносили вот комплекс, в общем-то, недостроен, потому что предполагалось между Домом культуры и гостиницей сделать, и он был запроектирован, зал камерной музыки. Там надо еще достраивать этот комплекс, есть площадка, примыкающая непосредственно, что это может быть к Дому культуры, какие досуговые помещения, или там помещение дискотеки, или еще что-то. В общем-то, там он не достроен. То есть Дом культуры Молодечно, он был первый из Домов культуры, мы проектировали вместе с Институтом Мезенцева московским технологию, значит, сцену и проще помогали москвичи нам делать. Ну, аналогов нет нашему дворцу нигде в республике, нет, это ну, однозначно. Такого, конечно, нет. Вот индивидуальный проект. Да, но, значит, по вместимости Борисовский примерно может быть. Вот я вам сейчас буду показывать. Значит, в начале 90-х нами, когда стройка шла полным ходом,
Нами був запроєктований ще бізнес-центр. Бізнес-центр по вулиці Толстого, і половину був вже розроблена проєктна документація, будівельний проєкт. Ну, к сожалению, це не, ну, в общем, не реалізувалося, не знаю, существует сейчас этот, то, что называется бизнес-центр. Вот дом культуры. Вон библиотека вот напротив, да? Да, вот библиотека, вот гостиница, вот это вот зал камерной музыки. Ну, в принципе, вот по объему, значит, это может быть все, что угодно, относящееся к Дому культуры. То есть и кружковое помещение, и какие-то танцевальные, и так далее, и так далее. То есть площадка забита, как бы сети отсюда убраны. То есть, в принципе, все готово к тому, чтобы здесь запроектировать и построить пристройку, чтобы Дом культуры работал в, общем, большем объеме. Вот это вот ресторан и бизнес-центр с магазинами, кафе. С тем самым создавалась пешеходная улица, значит, Толстого. Видите, здесь целый еще поместился крупный комплекс. Вот такая была задумка. Она, в общем-то, никто от нее не отказался. Все это, так сказать, в общем-то, в идее существует, но пока все за малым, наверное. А вы знаете, за деньгами, за инвестициями. Я думаю, что вот смотрите, это, вот это вот бизнес-центр. То есть, в принципе, понимаете, вот сейчас этот Дом культуры, он достаточно одинокий, но если достроить и сделать здесь такой живой, в общем-то, организм с торговлей, с кафе, с магазинами, с рестораном, гостиница сразу какие-то звезды наберет, потому что без ресторана какая гостиница. Вот, значит, вот этот вот такой вот комплекс. То есть пока это реализована какая-то часть его. Ну, предполагалось еще там какой-то мемориальный, памятник, в общем-то. Пока камень, ну, и очень хорошее место, кстати. Да, то, что камень, вот сейчас я предполагал там. Очень здорово. Такой, значит, ну, эта сторона тоже нам предлагалась как-то модернизировать его здесь. Учебные заведения, но они тоже памятники своего рода. Да, ну и нет, ну, мы просто достраивали новыми блоками. Значит, дальше произошел развал Советского Союза, финансирование было приостановлено, и объект находился, в общем-то, в таком плачевном состоянии, ну, он разрушался. И если я всячески, даже отдыхая на Нарыч, ездил осенью за грибами, всегда заезжал на Дом культуры, то последние годы, вот 90-е, я просто обижал стороной Молодечной, настолько тяжело было вообще видеть, в общем-то, вот это вот разрушение практически на 95% построенного здания. И только, в общем-то, в 2002 году мы начинали заниматься консервацией здания, разрабатывали проекты его, ну, просто сохранения, там, какие-то временные кровли придумывали, чтобы на каких-то лучших времен отложить, в общем-то, это здание. Восстановление его. И вот в 2002 году, где-то весной, уже было принято решение облсполкома, было получено, значит, добро от главы государства, и началось, в общем-то, восстановление здания. Это стала такая стройка, скажем, областная для всей области. Здесь работали и солигорцы, и из Молодечной строители, то есть очень было такое, ну, скажем, всенародная стройка, когда работало до 600 человек ежедневно на стройке, и за полгода, в общем-то, даже меньше, чем за полгода, здание было доведено, так сказать, до сдачи. И в 2002 году, как вы знаете, произошло его открытие. Вот. Счастливая для Молодечной. Ну, я не думаю, только, что да. Потому что главное, что людям, я думаю, есть куда пойти и на концерты, и заниматься каким-то выявлением своих, так сказать, талантов, которые, может быть, в силу каких-то обстоятельств не стало ли профессией. Вот. И я помню концерт, который был на открытии, меня поразил, так сказать, высокий уровень, в общем-то, самодеятельного искусства. Это было очень для меня большой неожиданностью даже и сюрпризом. Да. Еще, конечно, вот, понимаете, такая мелочь. Когда-то мы, вот колонна, это вход, так называемый, это вот наш вот стоящий
предполагалась скульптурная группа «Поющие птицы». И вот эта скульптурная группа, она выполнена в эскизе скульптором Инковым Михаилом Михайловичем. И вот даже до реализации этой, в общем-то, скульптуры не дошло. Многое в композиции здания становится, в общем-то, ясно, почему колонна, почему вход на колонну, и почему все крутится вокруг колонны. Колонна является как бы постаментом, вот эти вот птицы, птицы, так сказать, счастья, птицы, в общем-то, да, которые прилетели, вот они должны прилететь, конечно, на эту колонну. Я думаю, что, конечно, когда-то произойдет реализация в том или другом виде, другими людьми, но центр надо создать, в общем-то, полноценный центр города, потому что, ну, эта площадь, в общем-то, она, ну, это центр города. Николай Васильевич Чурсин, будучи мэром города, много сделал для того, чтобы это, в общем-то, материализовалось, это наша задумка, и благодаря ему, в общем-то, конечно же, это здание было построено. Участие горосполкома, конечно, очень важное здесь. Но область тоже подключилась тогда, все эти планерки, которые проводились с, два раза в неделю, мы собирались, значит, на стройке, где проводились, так сказать, вот такие вот. То есть контролировалось буквально через день работа. Значит, вот это существующая гостиница, вот Дом культуры. К нему должно по нашей, так сказать, задумке пристраиваться зал камерной музыки или любое другое здание, которое имеет отношение, так сказать, к культурной жизни. То ли это может быть часть Дома культуры с дискотекой, с каким-то кружковым помещением. И дальше пристраивался бизнес-центр с рестораном, с магазинами, с кафе. Вот такой вот комплекс. Создавалась пешеходная улица, которая вот библиотека сюда же выходила, музыкальная школа и так далее. Значит, и завершение вот этой колонны вот была скульптурная группа «Поющие птицы». Те самые птицы, которые пока еще не прилетели на Дом культуры, к сожалению. Вот такая вот подача, экспозиция такая вот выставлялась. Мы выставляли этот объект на всевозможные выставки, где показаны, в общем-то, и фасады, и фрагменты планов, и интерьеры, зал большой, зал малый, фойе, танцевальный зал, зал хореографии. Так что я очень рад, что у вас есть такое здание, и что я, в общем-то, тоже имею к этому отношение.